Шалом! Мы продолжаем разговор о духовном мире. Мы с вами знаем, что такое вода, мы с вами знаем, что такое железо, воздух. Мы соприкасаемся со всеми этими веществами в нашей жизни повседневной. Мы знаем, что такое электромагнитное, рентгеновское и прочее излучение. То есть на пальцах, конечно, это объяснить немножко сложнее, чем что такое вода. Но у физиков есть все математические формулы, описывающие поведение этих полей и других. Хорошо. А что же такое дух? О, такой вопрос. Давайте договоримся, что прежде всего дух это ничто, что дух это кто. Дух это не безличная энергия, это всегда личность. Какая именно второй вопрос? Но это самое первое и самое важное, на мой взгляд, что мы должны понимать о духовном мире. А в духовном мире, конечно же, есть энергии, потому что каждая личность обладает той или иной энергией. Хороший, плохой, это можно делить эти энергии по разным параметрам, но мы сейчас об этом не будем говорить. Можно говорить о количестве энергии, наверное, да, которая обладает та или иная личность. Однако мы сейчас говорим принципиально. Духовный мир — это не безличный мир, это мир личностный. Это мир, состоящий в первую очередь из различных личностей и, соответственно, взаимоотношений между ними. Каждый из нас часть этого мира, потому что человек – существо как материальное, так и духовное. Мой дух – это самая сердцевина моего существа, самая глубокая его часть. И поэтому в Священном слова «сердце» и «дух» являются синонимами, насколько я это понимаю. Дух человека, скажем так, дух человека – это человек без маски. Узнать дух ребенка очень легко, потому что дети очень естественны. Они не скрывают, как правило, свой дух. По крайней мере, маленькие дети даже не умеют этого делать. Мы, зато, их и любим. Они такие непритворные, они такие, какие они есть, непосредственные. Среди взрослых все эти качества встречаются намного реже, потому что мы мастера скрывать свой дух за маской хороших манер и общественно приемлемого поведения. Необходимость в этом... Возникает, разумеется, из-за несоответствия наших истинных мыслей, чувств и намерений тому имиджу, который мы хотим создать у окружающих, ну и соответственно мы прибегаем к изведанной тактике, к обману. А, поэтому с нашей стороны, как верующих людей, будет а, разумно просить Бога не только о том, чтобы а, научиться быть как дети, чтобы наша внутренность была такой, чтобы ее не стыдно было выпустить наружу, но также о духовном развлечении его просить. То есть, что такое духовное развлечение? Это совсем не обязательно способность видеть ангелов и бесов или регистрировать их присутствие каким-то другим способом. Но это способность понимать, что происходит на более глубоком уровне, нежели самый поверхностный. То есть способность видеть чуть глубже поверхности. Дух человека присутствует в теле, пока человек жив. Смерть, мы понимаем, это не прекращение существования, потому что человеческий дух существует вечно. Это не значит, что каждый человек имеет жизнь вечную в том смысле, в котором это выражение используется в Новом Завете. Жизнь вечная — это, прежде всего, близкие личные взаимоотношения с Богом, которые из Ишуа, которые Библия описывает словом «познание». Вечная жизнь заключена вот в чем, говорит сам Ишуа, «познать тебя, единого истинного Бога и того, кого ты послал, Мессию Иешуа. Жизнь вечная — это жизнь с Богом и жизнь в Боге. Но каждый человек, будучи сотворен Богом и своими родителями в момент зачатия, будет существовать, начиная с этого момента, вечно, то есть бесконечные миллионы лет. Вдумайтесь, если вы родились до 1989 года, то вы уже пережили коммунизм, поздравляю вас, но также вы переживете капитализм, социализм, ислам, буддизм и все остальные измы. Так и хочется добавить сюда э, все измы, кроме мессианского иудаизма, но боюсь, что некоторые не оценят такой юмор. А, возвращаемся к тому, что такое дух и как он связан с нашим телом. Смерть ⁇ это расставание духа с телом до воскресения из мертвых. Тело без духа мертво, говорит нам апостол Яков. Возвращение, соответственно, духа в тело — это возвращение человека к жизни, в нашем привычном понимании слова «жизнь», то есть к существованию в теле. Но в какой части тела находится дух, когда он внутри него, точнее, пока он внутри него? На этот счет среди верующих в Вишу есть разные мнения. Одни говорят, что дух наш наполняет все наше тело, другие говорят, что дух находится в области живота — Ссылаются на такие стихи, как, например, притчи 20-27. светильник Господень есть дух человека, испытывающий все глубины сердца. В Иврите на самом деле написано хадрейбетен, то есть комнаты живота. Вот отсюда есть как бы такое представление, что дух находится в области живота. Есть еще другой стих из Нового Завета Евангелие от Иоанна, 7 глава. А Ишуа сказал, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, то есть из живота, потекут реки воды живой. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. То есть он сказал это о Святом Духе. Очевидно, Святого Духа мы должны принять в ту часть своего тела, где этому духу место, то есть в живот. Да? Ну, хорошо, давайте, предлагаю, не будем пускаться в слишком длинные рассуждения на эту тему, чтобы не мудрствовать. Сверх того, что написано, написано немного, поэтому мы тоже не будем долго распространяться о, о конкретном месте обитания духа в наших о, кишках. До сих пор мы говорили о человеческом духе, кроме нас в духовном мире, то есть в мире бестелесных личностей, если мы договорились с вами. Есть, конечно, ангелы Бога, есть сатана, а также его ангелы, но прежде всего, разумеется, сам Бог. И уж если говорить о том, кто есть, так только Бог и есть «Есть» в самом полном смысле этого слова «есть», потому что он один несотворенный. А я чуть сейчас не сказал «он один есть несотворенный дух», потому что на самом-то деле, говоря о Боге, мы все-таки имеем в виду три несотворенных личности. Во-первых, того, кого Ишуа называл Абба, то есть Папа, кого мы называем Отец Небесный, во-вторых, самого Ишуа, и в-третьих, Святого Духа, которого Ишуа послал от Отца. Но поскольку отношения этих трех личностей пропитаны а, такой а, любовью взаимной, таким взаимным доверием и послушанием, и все эти качества в них а, настолько совершенны, настолько же, как и они сами совершенны, эти три личности выступают перед нами как единый Бог. Ишуа сказал жительнице Самарии, которая спросила его, где правильно поклоняться, в Иерусалиме или в другом месте, вот такие слова. «Бог есть Дух», очевидно, он имел в виду Бога Отца, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И вот этот вопрос ее, где же правильно нужно Господу Богу поклоняться, обнаружил непонимание, которое у нее было, непонимание того, что в духовном мире или в мире духов, лучше так говорить, расстояние, если и есть, то устроено не так, как мы привыкли. В физическом мире расстояние что означает? Что, например, нас с вами отделяет, или там Иерусалим от Самарии отделяет друг от друга определенная часть пространства, скажем, 60, 80, там, неважно сколько, 100 километров. Вот. И что же это значит? Если а, поклоняться Богу нужно в Иерусалиме, то есть если Бог в Иерусалиме, а я в Самарии, то мне нужно вот эту дистанцию каким-то образом сократить, пересечь пространство. Вот, идти отсюда туда. Однако, если и Бог, и я, духи, то моя связь с ним зависит в первую очередь от состояния моего сердца. То есть от настроя моего ума на истину и от настроя моей воли на доверие ему, на послушание ему и на служение ему. А если еще учесть, что Бог вездесущий, то вот тогда вообще становится ясно, что в отношениях с ним расстояние совершенно никакой роли не играет. Не значит ровным счетом ничего, потому что он прямо сейчас находится здесь, рядом со мной и рядом с вами. Римлянин, просивший Ешо за своего больного слугу, понимал больше самарянки. А в ответ на предложение Ишуа прийти к нему домой и исцелить слугу, он сказал так. «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга вот этот римский офицер имел в своем подчинении людей, и он был уверен не только в абсолютной власти Иешуа над всеми болезнями, но также и в том, что приказ об исцелении, который Иешуа отдаст, подействует даже на расстоянии. Откуда у него была такая уверенность, мы не знаем. Но Иешуа удивился его словам и сказал: «Еще ни у кого в Израиле я не встречал такой веры». Очевидно, это понимание произвело на него впечатление эти слова. Сотник был не единственный, чья вера заслужила комплимент Ишуа. Еще один такой человек, которого мы встречаем в Евангелиях, это Сира Феникянка, или Хананиянка, как ее называют в другом, в параллельном тексте, которая просила за свою дочь бесноватую. Но Ишу, Евангелие описывает также многих других людей, менее выдающихся, вера которых в желание и способность Ишуа благословить их сыграла ключевую роль в том, что они получили. Это благословение от Него. Евангелие также описывает обратные ситуации, когда людей подводило их неверие. Я подчеркиваю: не Бог не Ишуа, а их собственное неверие в, или в неверие в доброту Бога или в Его власть решить исход их дела. Учитывая, что и апостольские послания неоднократно подчеркивают важность веры. Мы можем заключить, что вера ⁇ это важнейший принцип, или, если хотите, духовный закон, который а, работает в Царстве Божьем. Здесь уместно опять-таки задавать вопрос, как всегда, почему вера играет такую ключевую роль. Апостол Иоанн пишет так, неверующий Богу представляет его лживым. Давайте вдумаемся, что, если можно задать так, вот еще один такой вопрос, вот что должен чувствовать Бог, когда он хочет благословить человека, а человек представляет его себе лживым. Ну, наверное, по аналогии, да, все-таки мы устроены по образу и подобию Божьему, наверное, он чувствует то же самое, что чувствуете вы, когда вас безо всяких на то оснований подозревают в каких-то кознях и ухищрениях. Вы хотите иметь дело с тем, кто вас подозревает вот в чем-то таком отвратительном? А, возможно, поначалу вы попробуете объяснить человеку, что, может быть, он наслушался сплетни, может быть, он стал не в стой ноги. Вообще все это неправда. Что случилось? Может быть, вы даже захотите представить доказательства того, что вы его друг, а вот человек все равно стоит на своем, сколько бы вы ни предоставляли ему доказательств. Что вы сделаете? Ваше терпение рано или поздно лопнет. В конце концов, вы плюнете, развернетесь и уйдете. Очень огорченный. Вы не будете ему навязывать свою дружбу или партнерские отношения, если человек все-таки упрямо упорствует в своей подозрительности, в своем нежелании вам доверять. Потому что настоящая дружба, настоящее партнерство, настоящие взаимоотношения ⁇ это дело сугубо добровольное. И они должны стоять на доверии. Ну, если так устроены наши отношения, то, конечно же, тем более... Так, и, на, и если так устроены мы, когда мы реагируем вот так на подозрительность совершенно ничем не заслуженную а, к себе, то разумно предположить, что, вероятно, также только в еще более сильной а, мере реагирует на них Господь Бог. Становится это еще яснее, если учесть, сколько любви и доверия есть в отношениях Иишу с Его Отцом. В чем они проявляются? Ну, во-первых, вдумайтесь вот в эти слова, которые Ешо говорит отцу. Все мое твое, и твое мое. Фраза очень короткая, но сколько в ней заключено. Что они напоминают вам? Мне они напоминают притчу о блудном сыне, в которой отец говорит своему старшему сыну. Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. В этих отношениях мое и твое не исчезают. Они отождествляются друг с другом. И, то есть у них есть готовность отдать то есть фактически доверить другому все, что ты имеешь сам. О том же самом говорится в 13 главе Евангелия от Иоанна. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды, Иуды Симонову и Скуриоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Что здесь происходит? Ишуа знает, что отец все, все отдал в его руки. Он знает, что пришел от Бога, и что возвращается он тоже к Богу. То есть Каяфа, Пилат, распятие, позор, боль, богооставленность. Все это тоже будет. И он отлично это знает. Но лучше всего этого он знает, что как все хорошо началось, так же хорошо все и кончится. И даже лучше, чем хорошо. Даже замечательно все будет. И поэтому можно не беспокоиться о себе можно себя целиком и полностью доверить в руки Божьи и послужить ученикам. Во-вторых, меня всегда потрясает сцена ареста Иешуа в Гефсиманском саду. Когда его арестовывают, один из его учеников выхватывает меч, меч и отрубает ухо рабу первосвященника. Иешуа укоряет этого человека такими словами. «Возврати меч твой в ножны, в ножны, в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Переслушайте. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Что здесь такого потрясающего, может быть, вы спросите? Меня поражает вот что, что отец был готов предоставить сыну защиту, несмотря на то, что сын послан именно для того, чтобы умереть. То есть он послан именно для того, чтобы пройти этот арест, чтобы быть арестованным. Этот арест был волей Божьей, он был частью плана и тем не менее. Бог настолько любит своего сына и настолько доверяет ему, что готов вытащить его из этой тяжелейшей ситуации, если сын его по-настоящему попросит об этом. В чем ситуация им же самим запланирована. Если бы сын попросил его, отец не отказал бы ему. Почему? Казалось бы, ну как так? Бог запланировал, ты его так любишь, и ты можешь его просить об этом, о чем-то совершенно противоположном, и он еще при этом Откликнется на твою просьбу, которая будет фактически вопреки его воле. Потому что отец был бы полностью уверен. Я, это единственное объяснение, которым я, которое я могу предложить. Отец был бы полностью уверен в том, что его сын все равно любит его, и, в конечном счете, все равно обязательно исполнит его волю. Скажете: ну хорошо, отцу и сыну, предположим, действительно так классно друг с другом, такие потрясающие отношения, такое единство, такое взаимное доверие. Ну а я-то здесь при чем? А в этом-то и есть вся суть нашей веры. В том, что Отец любит нас точно так же, как Он любит Своего единородного Сына. Что Сын, в свою очередь, передал нам все, что слышал от Своего Отца. Что Он дает нам все, что имеет сам, даже свою собственную славу. Ради чего? Ради того, чтобы мы жили в таком же единстве, как с Ним и друг с другом, как Он с Отцом имеет единство. Вот это и есть, как мне кажется, основной духовный закон, который мы должны освоить в этой жизни. То есть пока наш дух еще обитает в нашем теле. Доверие Богу, доверие Ишуа, вера в его огромную, просто непостижимую любовь, непостижимую умом, во всяком случае, в его ум, в его мудрость, в его поразительную щедрость, переходящую э, в расточительность, в его преданность э, нам, ожидание блага от него. И предоставление ему, соответственно, полного права решать, что именно является для нас благом. И если мы, конечно же, если мы по-настоящему доверяем ему, то предоставить ему право решать это, в принципе, проблемой быть для нас не должно. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv